Настоящие голосистые соловьи сегодня и у нас в гостях. Это арт-проект «Тенора 21 века» и его художественный руководитель Дмитрий Сибирцев. Доброе утро. Доброе утро. В этом году знаменательная дата. 75 лет со дня рождения Муслима Магомаева. И мы знаем, что все вы его большие поклонники. Да, мы действительно очень большие поклонники Муслима Магометовича. И посвятили ему целую программу, которую 31 мая в Государственном Кремлевском дворце мы представим публике. Это и итальянские песни, и, конечно же, песни Арно Бабаджаняна, и даже песни из мультфильма «По следам бременских музыкантов». У Муслима Магомаева было около 600 песен, а у вас есть какая-нибудь любимая? У нас есть несколько любимых песен. У нас, правда, 2000 песен в репертуаре. Но вот одна из этих песен прозвучала сейчас. Он очень любил итальянские песни. И самая любимая песня, помимо песен Бабаджаняна, таких как «Свадьба», «Королева красоты», это была, конечно же, песня Белла Чао, которую он пел и которую с ним пели все женщины. Просим? И мужчины. Мы попробуем. Да. Una mattina mi son svegliato, oh bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi son svegliato e ben trovato lingua sol. Oh partigiano, portami via. Ciao, bella, ciao, bella, ciao, 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 partigiano, portami via, che mi sento di morire. E se muoio, partigiano, oh bella, ciao, bella, ciao, bella, ciao, 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 se io muoio, da partigiano, tu mi devi seppellir. E questa figliore del partigiano, oh bella, ciao, bella, ciao, прощай, родная, вернусь не скоро. О, белла чао, белла чао, белла чао, чао, чао. Я на рассвете уйду с отрядом гарибальдийских партизан. Спасибо. Да, браво. Спасибо вам огромное. Мы всех приглашаем на концерт. Ну, а у нас сейчас реклама на Первом канале. Никуда не уходите.